Итак, эксес-маркетинг. Ваша возможность изменить мир. Немного истории. В 2006 году появилась компания Intermark Corporation. В 2008 году появилась партнерская программа iNet Global. В 2009 году корпорация вошла в список Inc. 500, то есть это топ 500 самых быстро развивающихся американских компаний в США. Был определенный успех у компании, естественно, и власти, американские власти обратили на внимание на нашу компанию. И, естественно, в 2010 году компания была неожиданно закрыта на федеральную проверку. Список организаций, которые проверяли нашу компанию, я перечислил. Это секретный секрет-сервис, это ФБИ, ФБР, это по финансовым махинациям организации. И другие. В 2011 году корпорация выпускает поисковую систему access.com и переименовывается на Access Corporation. С 2013 года технологический офис находится в Силиконовой долине. Компания у нас не офшорная, она является абсолютно легальной. Компания зарегистрирована в штате Невада. На данном слайде вы видите дату регистрации, 2006 год и номер. Дата регистрации и регистрационный номер. Как я сказал, компания входит в список Fortune 500 и Inc. 500 самых быстро развивающихся компаний американских. Эту информацию я нашел на таком сайте под названием Thomson Hall. Это юридическая американская компания, известная в США. Она обслуживает компании, входящие как раз в эти два списка. И одним из списков, в списке их клиентов как раз входит наша компания под старыми названиями iNet Global, штат Невада, и Intermark Corporation. Немножко истории опять. Если вы пойдете на сайт Star Tribune Миннеаполис, то вы там найдете данную информацию о пройденной проверке компании. В 2010 году с 24 февраля по 18 июня компания не работала. Ее проверяли полностью досконально. Ее проверка была неожиданной. То есть эффект неожиданности здесь налицо. Компания была не готова к данной проверке вообще. И несмотря на данную проверку, вот видите, адвокат Питер Уолт, адвокат, выигравший множество суд и вытащивший нашу компанию из данной проверки, он доказал то, что компания не является финансовой пирамидой. Проверку нашла в течение 5 месяцев. И Питер Уолт по итогам данной проверки выразил такую фразу. Я не знаю ни одной другой компании, когда правительство захватило сумму денег в порядке рейда, и то, что они захватили, вернули всю сумму до последней копейки. Кто такой Питер Уолт? Если вы поищите в интернете, найдете сайт Super Layless. Это сайт суперадвокатов США. И профиль нашего замечательного адвоката как раз представлен на этом сайте. Там есть его история, какие дела он выиграл и много-много про него информации. Также его контактные данные. Если у вас возникли какие-либо вопросы по легальности нашей компании, это первое лицо, которое выиграло как раз все федеральные проверки нашей компании. Дальше. Боб Кинсела. Боб Кинсела. Вот Боб Кинсела. Представлен в светлом костюме. Президент компании. В 2010 году, как раз перед самой проверкой, он стал президентом компании. И многие друзья его и родственники говорили: Боб, зачем ты возишься с этой компанией? Но у Боба Кинсела была своя, как говорится, голова на плечах. Он проехался по странам и городам, пообщался с партнерами компании. И партнеры говорили ему, что если компания выиграет
в суды, она будет подтверждена абсолютно легально, то будет определенный успех у компании. В чем же разница между просто легальной компанией и Access Corporation? Значит, компания, которая регистрируется согласно законодательству, то есть через налоговую и все другие службы, они все являются легальными. Они имеют определенный регистрационный номер налоговой и много-много всего. Access Corporation отличается от всего, что есть просто зарегистрировано, еще пройдена федеральная проверка. Причем не простая федеральная проверка, не тогда, когда компания сама подает документы «проверьте нас», а ее проверили неожиданно, о чем я вам чуть раньше рассказал. Вот в этом есть главное преимущество между всеми просто легальными компаниями. И с 1920 года это фактически единственная интернет-компания в США, прошедшая на неожиданную федеральную проверку. И после этой федеральной проверки она еще продолжает работать. Она набирает огромные обороты, о чем я сейчас вам поведаю. Кроме того, американское агентство Better Business Bureau, если вы зайдете и поищете данные про нашу корпорацию, вы найдете такую информацию интересную. Это рейтинговое агентство, оно на сайте рейтингового агентства этого наша корпорация имеет наивысшую степень надежности, А+. Это очень серьезный такой показатель. Но многие компании, не то что цифровые и продуктовые, не имеют такой высокий показатель. Кто же управляет нашей компанией? Не кучка неких админов, которые исчезли с вашими деньгами. Нашей компанией управляет команда профессионалов. Стив Реннер, основатель компании. Еще в 1998 году у него появилась задумка, что должно входить в нашу компанию, какая она должна быть. Боб Кинсела, президент компании. Эми Уэйт, финансовый руководитель. Джо Сота, возглавляет отдел по маркетингу. Есть еще ряд других лиц, потому что штат у нас сейчас расширяется. Штат у нас большой сотрудников, и поэтому я всех не могу представить. У нас больше 100 сотрудников. Насколько популярна наша компания в интернете? Если вы зайдете на такой сайт alexa.com, это рейтинговое агентство в интернете, то вы введете домен access.com и увидите данную информацию. Значит, во-первых, сайт у нас имеет сертификат. Что это означает? Вот. Это означает, что любое посещение на домен access.com, оно фиксируется Алексой. И можно, скажем, более достоверно доверять этой информации. То есть среди всех самых популярных сайтов мира мы имеем сегодня 266 место. Среди всех самых популярных сайтов мира. Ежемесячный просматриваемых страниц, сами видите, 166 миллионов, там 999. Ежедневный трафик у нас, видите, более 5, почти 6 миллионов в день. В принципе, это очень приличные показатели. Ни одна даже MLM-компания не может иметь такой трафик. Вы не найдете, реально. Еще такой важный момент, интересный тоже. Откуда идет трафик сейчас? Это Китай, Тайвань, Япония, Малайзия, США, Сингапур, Южная Корея. Почему вот эти азиатские страны? Почему? В Азии запрещено участие в финансовых пирамидах. Эти страны, они здесь недавно. Буквально за последние 2 года, после того, как компанию проверили, то есть с 2012 года, за нашу компанию ухватился Китай. Следом подключились и другие азиатские страны. Южная Корея здесь буквально работает полгода от силы. А теперь обратите внимание, вот такая вот маленькая Япония, она имеет трафик 4,7%.
И вот такая большая Россия, плюс еще Казахстан, плюс еще СНГ, Европа не занята, да, вот с Россией всего 1,4% трафика. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что у нас рынок голый. Голый. И кто-нибудь на этом рынке просто станет миллиардером. Как это сделали ребята из Китая буквально за 2 года. В Японии миллионеры, в Малайзии, в Сингапуре, в Южной Корее. Даже в Австралии и то там есть Black Diamond. А в России за 5 лет всего 2 Black Diamond. Давайте посмотрим дальше. Телефон компании. Рабочий телефон. Вы можете позвонить в будний день, и вам на русском языке ответит менеджер компании по любому вашему вопросу. Компания у нас имеет 2 офиса наземных. Офис в Миннеаполисе, в США. Уже более 3000 квадратных метров имеет офис. Там находится управление, там находится суппорт, маркетинговый отдел и другие отделы. Вся технологическая база расположена в Силиконовой долине. В Силиконовой долине находится наш технологический офис. В Силиконовой долине компания имеет офис с 2013 года. Цель компании – стать провайдером номер один для интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг, для малого и среднего бизнеса по всему миру. О корпорации в двух словах можно сказать следующее. Используя современные технологии интернета, часть из этих технологий предоставляется каждому желающему абсолютно бесплатно. Создать интернет-рекламу и трафик в интернете. Продвигать рекламу любого бизнеса на первые позиции в поисковых системах интернета. Можно построить свой бизнес, не выходя из дома. Возможно создать пассивный остаточный доход, участвовать в распределении мирового оборота компании и стать акционером компании. Все услуги и продукты компании являются 100% цифровыми. Физического товара компания не предоставляет на сегодняшний день. Первый продукт является поисковая система access.com. На сегодняшний день это единственная поисковая система, которая за поисковые запросы платит вознаграждение каждому пользователю, кто зарегистрирован в компании. Другие поисковые системы при одинаковых запросах, не делятся ничем. Рекламные возможности. Вот с левой стороны вот этот элемент. Этот элемент рекламных. Вы можете поставить любой сайт на ротатор. Это ротатор. И буквально через 1-2 месяца ваш сайт будет на первых позициях по указанным ключевым словам. Главное, чтобы вы зарегистрировали ваш сайт в тех каталогах, которые хотите продвигать. Такого ротатора нет нигде. Есть аналоги. Ну, конкурентов было много, их уже нет. Недавно еще появились очередные конкуренты. Насколько их хватит, кто его знает. Дальше. Баннерная реклама и текстовая реклама. Это 2 элемента аналогами являются. У Яндекса есть Яндекс.Директ и у Гугла есть Google AdWords. Эти 2 вида рекламы, баннерное и текстовое, они работают аналогично, как у Яндекса и у Гугла. Будет реклама размещена на поисковой системе access.com. Компания нам также предоставляет доменный хостинг. В интернете вы найдете достаточно много условно-бесплатных хостингов таких-то и сделайте, можете там сайт. Это umi.ru, это Wix, это UCAS, это Webly, это Jimdo, Empower Network и много-много других. Но есть такой нюанс. Домены вот такого уровня, это является домен 3-го уровня. Что это означает? Это означает для любого поисковика, что школьник пришел, сделал сайт на пару дней. И, соответственно, доказать поисковой системе, любой поисковой системе, что это нормальный, правильный домен, правильный сайт будет. На этом такие домены, они
плохо индексируют с поисковыми роботами. Наша же компания предоставляет для партнеров, именно для партнеров, домены правильные. То есть ваш домен .com, .biz, .org, .net, .info, .us. А вот эти домены уже индексируются более быстро. Здесь я представил программное обеспечение, которое нам предоставляет компания для создания любого сайта, любой сложности. То есть здесь есть и WordPress, всем известный, и Joomla, и Drupal, JavaScript вы можете, и MySQL, PHP. Система у нас работает на C-панели. У нас есть антивирус. У нас есть почтовый рассылщик Mailman. Если вы посмотрите информацию в интернете, что такое Mailman, то найдете очень интересный факт. Mailman'ом пользуются компании, входящие в список Inc. 500. То есть, сами понимаете, насколько качественный это данный продукт. Есть также профессиональный веб-сайт-билдер. Вот вы все зашли через определенную страничку на сайте megamoney.biz. Я ее сделал с помощью веб-сайт-билдера. Дальше. У нас есть хостинг облачный. То есть вы можете скинуть на наш хостинг информацию со своих компьютеров, и она никуда не денется. Почему? Поставьте в чате кто пользуется социальной сетью Instagram, либо социальной сетью Pinterest. Вот плюсик поставьте, кто пользуется. Скорее всего, пользуетесь. Меня слышно вообще? Замечательно. Поставьте, кто пользуется социальной сетью Instagram и социальной сетью Pinterest. Ну, хотя бы одной из них. Есть такие люди у вас в чате? Угу. Елена не пользуется. Ну, слышали, популярная сеть. Она очень популярная. Так вот, что я хочу сказать. Вот эта социальная сеть, если вы сделаете анализ, где находятся наши сайты, у нас дата-центры, они имеют такую комбинацию с Amazon. Так вот, Instagram и Pinterest – это номер один самые популярные сайты как раз на дата-центрах Amazon. У нас же получается наши дата-центры, они работают в паре с Амазоном. Ну, для некоторых компаний Амазон это круто считается, для некоторых это новинка, а для нас это обычная жизнь. И вы можете закинуть, в общем, информацию на наши облака и иметь доступ с любого устройства. И со смартфона, и с планшета, и с компьютера, откуда угодно. Там специальное приложение ставится для взаимодействия напрямую. То есть, как папочка у вас на компьютере отдельно открывается. Причем, еще такой момент. Я вам предоставил здесь далеко не все конструкторы, которые можно использовать. Там более 200 конструкторов точно. Поэтому на любой цвет и вкус здесь возможности не ограничены по созданию любого сайта. Также новый продукт под названием YouWeb. Этот продукт появился буквально в прошлом месяце. С помощью данного продукта можно сделать любой сайт абсолютно просто, гораздо проще, чем в предыдущими вариантами. Поэтому сейчас этот продукт будет в тренде. Данный продукт YouWeb, он предлагает довольно-таки простые и умные решения. Можете прочитать. Фактически вы мышкой перетаскиваете, как конструктор, кубик Лего. Раз-раз накидали, там фотографии, тексты быстренько, и все, и сайт у вас готов.
Это можно сделать буквально за полчаса. Главная проблема в создании сайта – это идея. И долго, конечно, подготовка текстов и фотографий. А именно собрать на этом ювебе, ну, любой школьник сделает. Конструктор мобильных сайтов. Очень интересная фишка, так как стационарные сайты, которые отображаются на простых компьютерах, они не будут некорректно отображаться именно на мобильных сайтах, если, конечно, шаблон не адаптирован. Значит, что такое мобильный сайт? Сейчас популярно люди выход в интернет через такие игрушки, как смартфоны и планшеты. И как раз любой сайт можно специальный код установить на любой сайт и собрать на нашем конструкторе, там тоже очень просто, буквально мышкой перекидываете разные виджеты, там и тексты можно, как точно так же, как вы пользуетесь Microsoft Word, например. Фотографии тут же накидали, и все, и ваш сайт моментально готов. Также можно сделать там. Мне понравился такой виджет, как, например, карта. То есть, если, допустим, предпринимателю предложить такой мобильный сайт, он может сделать, во-первых, вот такой QR-код, и любой партнер его, спокойно имея, допустим, смартфон, может отсканировать этот QR-код и перейти на его сайт. И если предприниматель разместил на своем сайте, указал адрес и карту, соответственно. Здесь можно проложить маршрут. Нажать на кнопочку, и вам система автоматом выдаст координаты, как к этому предпринимателю доехать. То есть фактически как замена навигатора, можно сказать. То есть очень удобно. Фактически я вам показываю именно свой мобильный сайт. Еще у нас есть развлекательный игровой портал. Сейчас он делается. Там есть у нас игра Sushi Warriors. И готовят сейчас много-много новых игр. Новые продукты, которые выйдут в ближайшее время. Это бизнес-справочник. Это доска объявлений. Это события мероприятий. Это ежедневные спецпредложения. Новая услуга видео мобильными сообщениями. Мобильные сообщения являются новым рубежом социальных медиа. Также у нас будет аналог Ютуба. То есть, может, через полгода мы о нем узнаем. Новое приложение YouChat должно выйти в ближайшее время, ожидаем. С помощью этого приложения мы сможем общаться со всем миром. Ставим его как раз на смартфон, на компьютер и звоним куда хотим. Можно тексты писать, можно в режиме звука звуковые сообщения отправлять, и можно в режиме видео общаться. Рост годового дохода компании. В 2012 году оборот компании составил всего 98 миллионов долларов. В 2013 году 290 миллионов долларов. Ожидаемый доход в 2014 году составит вообще более 1 миллиарда долларов. Если вы видите динамику, то фактически с коэффициентом 3 каждый год у нас идет увеличение годового дохода. Я вот сегодня в чате сбросил интересную информацию по Яндексу. Так вот, годовой доход у Яндекса составляет на сегодняшний день чуть больше 1 миллиарда долларов в год. Партнеров компании на сегодня более 480 тысяч. Причем интересный факт, я уже начал статистику вести, а вот на 1 января у нас было всего 350 тысяч человек. 350. В марте было, ну, порядка 400. И вот сейчас уже с марта по сегодняшний день фактически 200 человек, нет, 80 тысяч человек пришло. То есть динамика, сами понимаете, налицо. Когда вы регистрируетесь в компанию, вам компания присваивает ID-номер. И вот как раз вот этот ID-номер является, он идет порядковым номером. Как раз можно узнать регистрацию. Четыре вида маркетинг-плана. Первое. План долевого участия в мировом обороте компании.
Второе. План вознаграждения от команды. Третье. План розничных продаж. Четвертое. Разделение годовой прибыли. И, естественно, у нас акционирование. Компания предлагает нам лидирующий план выплат. 70% компания отправляет нам, отдает нам. Эти 70% делятся пополам. 35% мы получаем сами лично, каждый день, как стали партнерами. И вторые 35% мы уже получаем структурированно. То есть, приглашая людей в бизнес, мы получаем уже вторые 35%. Компания нам дает неограниченные возможности по доходу. У нас можно получать и 50, и 100 долларов в день, и 500, и 1000 долларов в день, и даже более. На данном слайде представлен скрин, который я нашел в арабской структуре, где показано более 38 тысяч долларов в день. В принципе, неплохие доходы по миллиону рублей в день получать. Минимальные требования для участия. Значит, зарегистрироваться. Второе. Приобрести набор для продаж с AliSkit за 59,95. Это единственная сумма денег, 59,95, которую мы оплачиваем раз в год. За эту сумму денег вы получаете бэк-офис, предоплаченную карту, можете заказывать, 250 iCredit'ов, это наши рекламные единицы. Получаете домены. Правильные домены второго уровня. .com, netbiz.org, info.us. Также желательно приобрести старт бизнес-пакет. Какие бизнес-пакеты компания нам предлагает и что в них входит? Консультантский бизнес-пакет за 500 долларов. Он включает 500 айпоинтов плюс 600 бонусных айпоинты. Айпоинты – это наши долевые единицы. Соответственно, чем больше у нас айпоинтов, тем больше мы получаем каждый день долю компании. Аналогом можно... По аналогии можно провести, скажем, допустим, вы имеете акции «Газпрома». Один человек имеет, допустим, 100 акций «Газпрома», другой имеет 1000 акций «Газпрома». Да? За год у компании «Газпром» есть какой-то оборот, и в один прекрасный момент этот оборот делится между акционерами. Вот аналогичным образом работают вот эти айпоинты. Только ежесуточно получаем мы оборот. Обороты компании есть, идет ежесуточно, и ежесуточно происходит деление вот этих айпоинтов между всеми партнерами. Дальше. В пакет за 500 долларов входит 2000 рекламных единиц. Это 2000 раз прорекламировать любой сайт в интернете. Пакет за 1000 долларов. Он включает в себя 1000 основных айпоинтов и также 1200 бонусных айпоинтов. Всего 2200 айпоинтов. Плюс 5000 рекламных единиц. Пакет за 2000 является оптимальным. В него входит 4000 основных айпоинтов. 4400 айпоинтов и плюс 10 тысяч рекламных единиц. План разделения прибыли AdView. Что это такое? Условием для получения денег за сутки является просмотр сайтов на ротаторе в количестве минимум 2 раза в день. Это несложно, это буквально 30 секунд на каждый сайт уходит. За 24 сайта в день вы потратите буквально минут 15 в день. И имея долю в компании, получаете каждый день деньги. Так. Как работают айпоинты? Ну, я уже рассказал. То есть у компании есть определенный оборот денег. Он ежесуточный оборот денег. И этот оборот денег, это как раз 35% делится между всеми партнерами согласно их купленных долевых единиц. Чем больше, естественно, долевых единиц, тем больше вы получаете кусочек со всего мирового оборота компании. Причем еще такой важный момент. Наша компания является не MLM. Всем известно, что MLM-компании, они в ряде стран запрещены. Поэтому у нас будет рынок гораздо больше охвачен, чем в любой MLM-компании. И так как мы ежедневно получаем долю со всего мирового оборота, поэтому будут захвачены те страны, где MLM
в жизни не может присутствовать никогда. Поэтому здесь денег будет в ближайшем будущем гораздо больше, чем в любой MLM-компании. У нас компания технологическая. Возможности увеличения доли в компании. Первое – это репокупка. Что это такое? Допустим, вы заработали сегодня $10. И у вас стоит репокупка, допустим, 100%. Тогда на эти $10 будет автоматически куплено такое же количество айпоинтов, 10 айпоинтов. На второй день вы получаете чуть-чуть больше долевых единиц. И чуть-чуть больше будет начислений. Вот эти репокупные айпоинты при 100% репокупки вам приносят каждый раз 10%. Они идут с приростом. Если вы поставите, допустим, репокупку на 70%, тогда часть денег уйдет на репокупку. Эти репокупные блоки вам принесут 4%, а другие 30% они уйдут в наличку. И таким образом, с помощью коэффициента репокупки мы можем варьировать, сколько мы хотим денег отправить на увеличение нашего iPhone баланса, а другую часть мы будем выводить. Также на сумму репокупных iPoint'ов нам начисляются рекламные единицы, так называемые iCredit. Второй способ. Докупить пакеты стоимостью от 500, ну, на сегодняшний день до $2000. Все содержимое пакетов суммируется, то есть айпоинты, долевые единицы и реклама, все суммируется. И третий способ – это построение команды. Приглашая людей в бизнес, вы поднимаетесь по карьере, и ваше количество айпоинтов в этом случае будет, конечно, расти очень существенно, и ваши доходы будут увеличиваться. План команды к вознаграждению. 8 различных способов у нас есть доходов. Это комиссионные с продаж, это уровневый бонус, это лидерские бонусы, это президентские бонусы, это бонусы бесконечности, это роялти бонусы, бонус за рекомендацию, лоялти бонус. И это даже не все бонусы, которые я перечислил. Потому что периодически у нас вводятся разные дополнительные бонусы. Вот, например, автомобильный бонус. Ежегодно на конференции в Лас-Вегасе проходят такие у нас встречи. Вот вы видите встречу за 2013 год и вручение ключей от таких вот Mercedes. Ни одному русскому не ключи от Mercedes. Русских тут еще нет. Поэтому русским дорога открыта. Как говорится, действуйте. Базовые бонусы. Если вы в статусе консультант, тогда вы получаете с первого уровня 5%. Со второго 2%, 2% и 4%. Если вы в статусе Gold и выше, вы получаете 10%. Gold получает уже по 6 уровень. Платина получает еще ниже. Diamond он еще ниже. И Blue Diamond еще ниже. Тут еще плюс 1% Blue Diamond имеет. Вот видите, платина получает уже по 7 уровень. Diamond получает по 8 уровень, и Blue Diamond получает 1% до бесконечности в глубину. Это очень серьезный процент получать, 1% со всей команды. Бонус быстрого старта. Что это такое? Когда ваши партнеры в первом уровне приобретают пакеты, вам компания платит дополнительно 5%. Так, например, вы в статусе консультант, значит, вы получаете 5% базовый плюс 5% дополнительный, итого 10%. Допустим, ваш партнер приобрел пакет за $500, вы получите $50. Но вы, если вы в статусе Gold и выше, процентовка здесь больше, это уже 15% составит. То есть вы получите 15% при тех же самых усилиях. А если ваш партнер купит пакет за $2000, тогда консультант получит $200, а Gold и выше получит уже $300. И каждый раз, когда ваши люди в первом уровне покупают пакеты, вы получаете вот эти комиссионные, плюс 5%. Лаптоп-бонус, бонус-ноутбук. Что это такое? Если вы стали партнером или стартовый бизнес-пакет, это за $59.95,
У вас есть ровно 60 дней, чтобы получить данный бонус $400. Что вам надо сделать? Вы должны иметь пакет от $2000 личных. И в первом уровне пригласите партнеров на сумму покупки $10000. Как только эти критерии будут соблюдены, вам компания начисляет $400. Ежемесячно у нас есть автопокупка, так называемый АП-консультант. Она зависит от уровня вашего статуса. Если вы в статусе консультант, вы платите $10. Опять-таки, у нас автопокупка имеет определенные отличия от любой другой компании. Оплачивая вот эту автопокупкой, вы получаете хостинг, то есть вы пользуетесь продуктом. Вы выдерживаете сайт, то есть это немного, $10. Также за эту же сумму вы получаете айпоинты, то есть ваши долевые единицы. И 50 рекламных единиц вам дают. Если вы в статусе Gold, вы оплачиваете $20, но ваше количество айпоинтов увеличится на 20, и на второй день вы, соответственно, больше денег получаете. Также 100 айкредитов. Платина оплачивает $30 в месяц, 30 айпоинтов увеличения и 150 айкредитов. И так далее. Blue Diamond $100 оплачивает. Black Diamond – это довольно-таки высокая фигура в компании. Фактически это миллионеры. Айпоинтов здесь также на 100 увеличивается и 400 айкредитов. И также, согласно вот этой таблице, идут начисления по маркетингу. Каждый раз, когда люди оплачивают вот эту автопокупку. Да, я еще забыл сказать, ежедневно мы также делаем репокупку, получаем, согласно вот этой табличке, вот эти проценты от суммы репокупок. То есть ваши партнеры, допустим, в первом уровне зарабатывают $1000. И если у них стоит репокупка на 100%, то вы, соответственно, получаете вот эти 10%. То есть $100 ежедневно. И это каждый день. Соответственно, с глубины будет поменьше процент. Ну и, конечно, Blue Diamond получает еще плюс 1% бесконечности ежедневно. Это, конечно, очень серьезные деньги. План розничных продаж. Что это такое? У нас есть возможность продавать продукты, но не хочет человек становиться партнером. Ну, ничего страшного. Ему интересно воспользоваться продуктом. Продукты предоставляются бесплатно. Бесплатные версии, они идут с небольшими ограничениями. И если данный партнер хочет приобрести продукт с более расширенной версией, он может оплачивать. Там есть определенная абонентская ежемесячная оплата, не такая высокая по сравнению с конкурентами. И вы каждый раз будете получать до 25% комиссионных лично и до 5% с партнеров. Если же ваш партнер не хочет быть клиентом, а хочет стать партнером, ради бога, пускай покупает пакет. И в пакет входит уже данная услуга как бесплатно. Еще один важный момент. Четвертый наш вид дохода – это наш будущий доход. Разделение годовой прибыли и трастовый счет. Значит, с 2012 года, с 2012, теми партнерами идет разделение по итогам каждого года денег на покупку акций. Так, за 2012 год между всеми разделили. За 2013 год разделили также между всеми партнерами, кто имел вход на $2000. А вот в 2014 году денег будет больше, напомню, это будет больше 1 миллиарда долларов в 2014 году, а людей будет меньше. Почему? Потому что есть определенные условия, которые надо выполнить, если человек хочет дополнительно получить эти деньги. И на эти деньги, когда компания выйдет на биржу, на IPO, эти деньги разморозятся, они сейчас находятся на специальном трастовом счету. Это специальная юридическая компания, обслуживающая трастовые счета, обслуживает нашу компанию. Аксесс к этим деньгам отношения не имеет, доступа нет. Когда компания выйдет на биржу, соответственно, деньги разморозятся, и у нас будет выбор. Хотим мы,
что хотим сделать. Либо заберем эти деньги, либо сможем приобрести акции компании по льготной стоимости и стать совладельцем компании. Условия для получения данных денег. У нас 4 квартала, 4 фазы. Сейчас закончилась вторая фаза по 30 июня. Было условие такое. Вы должны иметь пакет на 2000 или повыше. И в первом уровне на 10 тысяч долларов личных продаж, из которых 50% вы можете сами лично докупить. Сейчас же условия идут третьего квартала. Условия на 5 тысяч долларов больше. То есть вы должны иметь в первом уровне оборот 15 тысяч долларов, из которых 50% вы можете заплатить лично. Также надо быть активным квалифицированным консультантом до 31 декабря. Что это такое? Это просматривать минимум 25 дней в месяц, 25 сайтов в день. Есть у нас еще фонд любви. Ежегодно во всем мире проходят где-то какие-то катастрофы, и компания выделяет гуманитарную помощь для тех стран. Так, например, год назад компания выделила 130 тысяч долларов Китаю, когда было у них землетрясение. А, еще такой момент расскажу, как бы из новостей. У нас спонсоры проживают в США, и буквально на прошлой неделе мы с ними общались, они заезжали в офис компании, разговаривали и со Стивом, и Реннером из Booking Sale, и с другими руководителями. Так вот, есть вероятность, что Украине будет сделана гуманитарная помощь. То есть компания сейчас в данный момент рассматривает. Здесь представлена карьерная лестница. То есть фактически, что нужно сделать, чтобы вы двигались по карьере? Вам достаточно пригласить троих компаньонов и помочь им сделать то же самое. Так, например, Gold. У Gold должно быть два квалифицированных консультанта. То есть два человека с купленными пакетами, с любыми пакетами. Неважно, это за 500 долларов, либо за 2000 долларов. Кто такой платина? Платина — это когда под вами находится всего два консультанта, два голда и один консультант. Diamond Executive. Кто это такой? Когда под вами находятся две платины и один голд. То есть также три человека идет. Blue Diamond. Когда под вами находятся два даймонда и один платина. Black Diamond Ambassador. Это уже категория миллионеров пошла, когда под вами находится два Blue Diamond и один Diamond. И так далее. Вверх идет до Black Diamond Ambassador 3, когда под вами находится 3 Black Diamond Ambassador. Доходы, заявленные Access Corporation за 2013 год. Эти данные официальные на сайте. То есть, если вы зайдете на наш сайт access.com и перейдете внизу Access Marketing, то в самом низу вы кликните на вот эту ссылочку «Сведения о доходах» и увидите данную табличку. Так вот, например, Black Diamond Ambassador 3, таких людей в компании немного, больше 100 человек, это уже точно. Вот процент этих людей. Так вот, эти люди имеют ежегодный доход более миллиона долларов в год. Это минимальный доход. А вот максимальный более 5 миллионов в год. Ну, в среднем вот 2,5 миллиона долларов в год. В принципе, есть к чему стремиться. Да, еще такой момент, я вернусь назад. Оборот компании за 2013 год был всего лишь 290 миллионов долларов. Меньше, чем за квартал 2014 года, оборот превысил годовой оборот 2013 года. В 2014 году будет превысен миллиард долларов. Так вот, вот эти цифры, это будут смешными цифрами по итогам 2014 года. Это будут абсолютно другие цифры у людей. Абсолютно. Это будут гораздо больше деньги.
которые люди заработают здесь, в 2014 году. Access Marketing не гарантирует вам заработок от дохода. Access не предоставляет и не подразумевает никаких гарантий дохода. Ваш доход зависит только от ваших собственных усилий продаж и усилий вашей команды. Итак, я много сегодня рассказал. А на самом деле, что же надо делать, чтобы начать зарабатывать? Гораздо все проще. Первое. Зарегистрироваться, купить пакет и начать делать серфинг. Все. Этого достаточно, чтобы начать уже делать бизнес сегодняшнего дня. Успехов! Создавать ваш малый бизнес. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Пишите в чат вопросы, я на них отвечу буквально там, ну, полчаса, 15 минут. Жалко, конечно, что эта комната не позволяет показывать нам видео, продемонстрировав, в отличие от нашей комнаты, аксессовской. Вот. Ну ничего, как перейти? Скоро, я думаю, перейдем на нашу комнату. И там можно и видеоролики показывать. Можно показать возможные доходы нашей компании. Ребят, есть вопросы? А меня слышно? Может, меня не слышно? Можно тоже видео? Надо посмотреть, как, где видео показывать. Чтобы зарабатывать, можно не приглашать людей? Ну, можно не приглашать людей. Единственное, у вас будут не такие уж большие доходы, как у людей, которые приглашают. Вы сперва вы купили пакет, вы в пакет входит iPoint, это ваша доля. И на второй день вы получаете деньги. Главное... Просматривайте 25 сайтов, не забывайте автопокупку оплачивать. И получайте долю в компании ежедневно. Все зависит от вашего количества айпоинтов. Пароль на почту не приходит. Ну, посмотри в спаме. Может, в спам пришло. Потому что я вчера купил тоже ЕВЭП, и позавчера покупал. Ну, на почту все приходило. Ну, тогда попробуй запросить пароль. Потому что продукт UWeb, он новый. Как быстро приходят карты? Так, ну, я когда заказывал, это было еще в 2011 или 2012 году, карта мне пришла буквально за полтора месяца. Где-то. Сейчас, ну, в этом году у меня партнеры заказывали, там где-то 3 недели карту ждали. То есть карту у компании не проблема заказать, тем более 2 карточки. Кто-то хочет карту Пионер, кто-то ФСП карточку. Они, в принципе, почти идентичные. Пользоваться аналогично. Любой магазин наш принимает эти карты. За границей также эти карты принимаются. И выводить с Wallet на них моментально. Там 10-15 минут и деньги на той карте будут. Также можно выводить деньги и на свою карту, на местного банка, то есть на Visa, MasterCard. Единственное, с Wallet деньги на наши карточки идут чуть-чуть подольше. Не 10-15 минут, но в среднем около 5 дней. Вот, приходит смс-ка вот мне на телефон, там, на Банк Москвы, на ВТБ, на Приватбанк выводил. Вот, на свою карточку выгоднее выводить, чем на карточку от компании. По той причине, потому что если вам нужна наличка, то на свою карточку выгоднее. Потому что наши банкоматы, они имеют такое ограничение на снятие денег. То есть... Допустим, Сбербанк имеет ограничение 7500 рублей в день, за раз. И вы каждый раз воткнули карточку,
допустим, карточку пионер, и за каждое снятие, это 7,5 тысяч потолок, вы будете оставлять банку $3,5. А вам нужно снять $10,000, например. И каждый раз будете оставлять по $3,5. То есть это дорого на самом деле. А если отправить на свою карточку, то фактически это $4,5 независимо от суммы. Заплатили за перевод, а со своей карточки снятие без процентов. То есть $4,5 заплатить за 10 тысяч выведенных денег, это гораздо выгоднее, чем каждый раз платить за обналичку. Если, конечно, рассчитываться карточкой в магазине, то тут проблем нет. Она работает так же, как любая другая карточка Visa либо MasterCard. Так, еще есть вопросы?